солнышко сзади. Всем приветик! Вот мы находимся в парке Победа. На фотосессию пришли. Где у нас фотограф? Привет, фотограф! Познакомьтесь. Привет. Да. Алексей. Вот. Познакомьтесь, это фотограф Алексей. Внизу напишу ссылочку ВКонтакте для заказов, да? Вот, выбираем место, где нам фотографироваться. Красота, тут прудики. О, еще один пруд. Классные эти. Кстати, можешь на дерево залезть? Нет, не надо, рискованно. Еще, да? Вон там сзади. Да, там еще одна. Ух ты, сколько много. Красота. Давай, Роска, как на съемке ходишь? Все как? Хожу, да. Много снимаю, много фотографирую. Нет, а на фото, на видео, в фильмах? Нет, сейчас нет. Нет. Как Стас называет, кстати. Это тоже у меня какой-то депресняк был, что-то ни на какие съемки не ходила. Все забросила. Как Стас называется? Привет ему передавай. Привет, да. Стас, привет. Что там интересно, съемки были какие-то? Машинами. Были очень много. Да! Много очень. Много? Много. Постоянно идут, каждый выходной. За новостями надо следить. Да я что-то вообще новости не схожу в контакты, не захожу, никуда не захожу. Настроения нет, никуда ходить. Вот так, куда пойдем? Мне кто-то писал в комментариях, что в Питере еще сирень, черемуха. Да, вот смотрите. Какое сегодня 23 число, да? Сирень. Сейчас будем фотосессии с сиренью. Нет. Какая вкуснотина. Кстати, у нас такие шишечки еще прикольные. Ох, красненькие какие-то прям. Фотограф Алексей, покажите вашу камеру. Настроились? Никто мне не хочет сниматься на видео. Ладно. Фотосессия продолжается. Ноги еле идут. Иду. Да. Ого, дай-ка. Нифига себе. Ух ты, прикольно. Ух ты, спина прикольная получилась, красиво. Вот тут тоже ничего.
тебя нафоткал. Да. Ты меня снимаешь, что ли, еще? О, какое дерево классное. Красота. Ой, солнышко, хорошо. Фотосессия продолжает. Тут такая красота на Московской. Парк Победы. Фотографируем сейчас часа два, может три даже, что-то уже подустали. Ой, блин, такие деревья классные, мне нравятся. Рыжая такая вообще.